Флора Узбекистана зависит, как и везде, от особенностей климата и почвы. На огромных пространствах песчаных и глинистых пустынь растет целый ряд трав, кустарников и древесных пород, приспособившихся к маловодью. Это солянки, тамарис, джузгены, таксаул. Эти растения не достигают большой высоты и не образуют сплошных зарослей. В равнинной части Узбекистана практически нет лесов, если не считать кое-где сохранившихся тугоев, своеобразных среднеазиатских джунглей, которые образуются в виде зарослей по берегам рек и болот. Тугаи состоят в основном из гигантского камыша, невысоких деревьев и кустарников. Здесь чингиль, ива, джита, тополя бывают сильно перевиты вьющимися растениями, в особенности кендырем. Предгорные и горные районы Узбекистана имеют несколько растительных поясов в зависимости от высоты местности над уровнем моря. Ниже 2000 метров над уровнем моря простирается горно-степной пояс. От 2 до 3 500 метров лесной и выше альпийский. Альпийский пояс начинается выше лесного, иногда по своей растительности склиниваясь с ним. Только перед самой снеговой линией альпийский пояс покрыт свойственными ему растениями, некоторыми острогалами, гвоздикой, мятой, эдельвейсами. Сплошные леса встречаются очень редко. Произрастает абрикос, грецкий орех, яблоки, груши, боярышник. Выше растет рябина, хвойные деревья, в том числе арча, древовидный можжевельник и множество кустарников, абрикоса, жимолость, шиповник. Среди растений Узбекистана, особенно в горно-степном и лесном поясах, встречается большое количество редких лекарственных трав. Весной в этой части гор расцветает красочный ковер тысяч растений, переливаясь на солнце всеми цветами радуги.